25 февраля Министерство юстиции провело международную конференцию «Правовое сопровождение стратегических реформ. Итоговый анализ и новые вызовы». На нем обсуждались новые задачи, стоящие перед отраслью в рамках стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. В мероприятии приняли участие зарубежные специалисты из Великобритании, Хорватии, США, а также постоянные представители программы развития Организационных Объединенных Наций в Узбекистане. Новая стратегия развития Узбекистана на 2022-2026 годы состоит из 7 приоритетных направлений, в каждой из которых есть конкретные цели по дальнейшему углублению реформ и модернизации страны. На конференции отмечалось, что за последние 5 лет в рамках стратегии развития принято около 300 законов и свыше 4000 решений президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества. Эти проекты помогут больше узнать о правах и законных интересах людей с инвалидностью. Я думаю, что это большое достижение. В частности, например, для слепых. В рамках этих проектов мы помогли перевести на шрифт Брайля материалы, содержащие информацию о правах и свободах людей с ограниченными возможностями. И таких примеров много. Кроме того, для изучения опыта зарубежных стран правового обеспечения, проводимых в нашей стране реформ, происходит дальнейшее расширение связи с зарубежными и национальными партнерами.